Настоящая имба, о которой никто не знал, это К-29. На первый взгляд, это какой-то бибролет. Но при более пристальной аналитике можно понять, что соосная система винтов дает преимущество в живучести на фоне других вертолетов. И если тебе оторвут хвост, ты вполне можешь продолжать бой и давать ответку, а после полететь до филда и спокойно починиться. Идеально заходит в сетап скрытых имб для невероятного нагиба.